Собственников торговых зданий в Махачкале обяжут устанавливать урны на прилегающей территории. Такие изменения внесены в правила благоустройства столицы. Так, инспекторы проверили соблюдение указанного пункта торговыми точками по проспекту Гамзатова. По итогам мониторинга выявлено, что часть предпринимателей уже выполнили требования, но были и те, кто нарушил правила. С ними провели разъяснительную работу и выдали предписание.